Могу сказать, что очень хорошие результаты в агропромышленном комплексе, решение социально-экономических вопросов, промышленность. Это вот те показатели, которые в повседневной жизни люди отмечают. Это очень важно. Вот такая динамика и есть. И мы знаем, что сегодня Курская область один из такой очень интенсивно развивающихся регионов, не только в Центральном округе, но и в стране в целом.